Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Куртка, куртка мечты, куртка, бестселлер телеканала Shop and Show, куртка Марите. На сегодняшний день снижена цена до 4999 рублей. Не 8, не 10 тысяч, а всего 4999. Это куртка со скидкой, с бесплатной доставкой и с серебряной цепочкой приедут к вам. Приедут к вам, и вы получите просто невероятную, я вам хочу сказать, это дизайнерская вещь. Как часто, Оль, вот ходим по магазинам, когда я вижу кожаные куртки, я понимаю, что это, конечно, все здорово. Но, во-первых, конечно, цена кусается. Во-вторых, ну, они объемы нам добавляют, они слишком толстые сами по себе. И, конечно, нет никакой мягкости. Ну, а уже говоря о коже рептилии, ну, их цены просто космические. И я просто счастлива, что теперь наши дизайнеры используют новейшие технологии для того, чтобы такие эксклюзивные вещи стали доступными и для нас. Оль, ты знаешь, здесь на самом деле просто использована новая технология. Раньше, когда имитировали кожу рептилию, что делали? Делали буквально аппликацию из этих чешуек. Ага. Ну и, конечно, эти аппликации часто отваливались. А здесь? Но в нашем случае вот наше велюровое плотное трикотажное полотно пропускается методом каландрирования через горячие валики с горячей температурой. И вот это не аппликация, это запаянные ниточки. У них кончики были круглыми. А благодаря вот этому пропусканию через каландры они становятся плоскими и получается глянцевый эффект. Поэтому они никогда не отвалятся, с ними ничего никогда не произойдет, даже если мы их будем тереть. А давайте мы испытаем, это самое главное, что мы покупаем вещь не на один сезон. Посмотрите, идеальное состояние. Испортилось, ничего не оторвалось, ничего не отвалилось. А это значит, что куртка будет служить нам долгие-долгие годы. Так в итоге, это кожа или не кожа, ткань или не ткань? Оля, это имитация кожи рептилии, которую, на взгляд, и не отличишь от натуральной. Но при этом она обладает всеми свойствами современных тканей. Ну, во-первых, знаешь, Оль, что самое главное? Ты видела кожу, которая тянется, которая подарит нам такой комфорт, который подстроится под нас. Ты посмотри, это просто идеально. Все кожаные куртки, они, конечно, сковывают движение и доставляют нам дискомфорт. А наша куртка подарит комфорт. Комфорт, эффект, стройность и бесплатная доставка. А еще подарок. Серебряная цепочка, драгоценность, которую вы получаете абсолютно бесплатно. Это комплимент от телеканала Shop and Show. Мне еще очень нравится, что эта куртка хорошей длины. Вот что ты можешь сказать по поводу этого аспекта? Ты знаешь, я по поводу этого аспекта хочу что сказать, что это идеальная длина. И как раз в сочетании с нашим кроем, Оля, у нас получается верхняя одежда, которая оказывает стройнящий эффект. Черная куртка, прямая, скрывает бедра. Все, мы уже вытянулись. И наш силуэт стал более стройный. И сейчас мы на девчонках видим идеальные просто осенние комплекты. Оля сочетает нашу брюку Марите с беретом Мисс Весна и с брюками Эвалина. Идеальный осенний образ. Очень модный и очень яркий. Очень стильный. Посмотрите, насколько достойно все смотрится. Это и куртка, это и брюки. А посмотрите, какой образ создали для Насти. Она выбирает юбку. Причем это ажурная юбка. Называется Лилианс. Юбка плюс куртка Марите плюс берет Мисс Весна. И вы красавица. Забирайте из прямого эфира, утепляйтесь красиво и получайте массу комплиментов. Но давай вернемся к стройности, ведь у нас размеры до 72. Это важный момент. Оль, это же бренд Олси. Конечно же, он знает, как шить. Именно вещи, даже верхнюю одежду, на большие размеры, чтобы наши женщины с роскошными формами становились стройнее. Очень мало брендов умеют делать такие идеальные лекала именно для размеров за 50, за 52. А вот бренд Олси может сделать верхнюю одежду со стройнящим эффектом. Итак, какая у нас длина у куртки? Вопрос из колл-центра, насколько она будет закрывать бедра? Давайте же измерять. Смотрим на нашу куртку. У нее длина, сейчас я замеряю ее сантиметра, получается 84 сантиметра. Это идеальная длина, причем для любого роста, для того, чтобы полностью закрыть бедра. И не только для стройнящего эффекта, но и для того, чтобы, например, нас
от ветра дополнительно защитить. Да, вот давайте посмотрим, сколько у нас получилось сантиметров. 84 сантиметра. Это куртка у нас, сейчас я все-таки найду, где у нас написан размер, чтобы у нас был чистый эксперимент. Это 52 размер. 52. И я вам сразу хочу сказать, что с увеличением размеров, естественно, у нас будет увеличиваться и длина, и куртки, и длина рукава. Поэтому выбирая эту куртку, будьте уверены, что она просто идеально сядет на любой рост и на любую длину руки. Слушай, ну у меня вопрос по практичности. Смотрится она здорово, она эффектно смотрится и дорого при этом, но как она у нас поведет себя, так скажем, в условиях уже жизни? Ты знаешь, в условиях жизни это просто идеальное поведение. И мы сейчас будем проводить эксперименты. Ну, например, Оль, ты знаешь, что очень часто мы можем какую-то нежную вещь запачкать. Да. Что у нас получается? Если это происходит с кожей, да, или с замшей, ну, в общем-то, все. Это дорогущая химчистка, которая, кстати, я тебе сразу скажу, вид кожи испортит. Вид кожи не останется первозданной. Так. Но что давайте ты же проводить. Ну, сыпишь? Конечно, грязь? Я сыплю, причем не жалею. Олечка, поможешь мне, пожалуйста? Так, посмотрите, давай, что мы делаем с нашей куртки. Посмотрите, а все, очистилась. Ничего. И мало того, вы только посмотрите, после щетки наши чешуйки остались в идеальном состоянии. Им не страшно совершенно никакое воздействие стирки, даже глажки. Все, они останутся на месте и будут также глянцево блестеть. Итак, внимание, внимание, куртка Марите, специальное предложение дня с бесплатной доставкой. Размеры до 72 есть в наличии. Забирайте ее прямо сейчас. Последний раз в сезоне. Куртка может больше не появиться на экранах. Забирайте, подарите себе радость и комфорт, подарите себе стройность и подарите себе куртку, которая выглядит как кожаная, а стоит как трикотажный жакетик. И серебряная цепочка вот такая красивая приезжает к вам абсолютно бесплатно. Набирайте номер телефона, берем размер в размер, ведь это куртка от бренда Олси. Это куртка от бренда Олси. И что самое главное, знаете, что мне нравится? Идеально куртка просто стилистически. Посмотрите, эта куртка подойдет универсально, как более будничных комплектов, как у нас сделала Оля. У нас берет мисс Весна, брюки Эвалина и надеты ботинки. Поэтому, если вы собираетесь на ежедневную прогулку, вы с этой курткой составляете вот такой будничный образ. А второй образ, который мы можем составить с этой курткой, у нас представлен на Насте. И сейчас мы будем переводить на нее наше внимание. Она выбирает юбку Лилиас и красный невероятный берет Мисс Весна. Вы только посмотрите, совершенно другой образ, а куртка та же. То есть вам не нужно покупать две куртки на осень или на весну. Вам хватит одной, потому что она подходит и под брюки, и под юбку. Это универсальное решение. Набирайте наш номер телефона, звонки бесплатные. Сделайте свою первую покупку на шоп-н-шоу. И помните, у вас есть 15 дней гарантии. Ни один магазин вам не даст таких условий. 15 дней гарантии обмена и возврата. Забирайте куртку Марите, возьмите с собой обязательно берет и будьте стильны, модной и красивой. До 72-го есть размеры в наличии. Берите размер в размер, цепочка приедет в подарок.